Сейчас вам я расскажу, как вкусно пожарить маслята. Для этого берем маслята, наливаем воду, отвариваем 20 минут в подсоленной воде. Затем, значит, на дуршлаг кладем грибы, сливаем воду. Затем берем одну луковицу, как видите, поджариваем сначала лук, потом на них кладем грибы, чуть-чуть солим, кладем специи, какие есть, и поджариваем. Причем поджариваем не на тихом медленном огне, а на быстром. И помешиваем, чтобы не пригорели, чтобы грибы жарились вместе с луком. Тогда вкус у них будет просто обалденный. Вот так вот можно очень быстро приготовить грибы с жареным луком. На гарнир можно подать либо пюре картофельное, либо жареный картофель. Я вот больше люблю жареным картофелем. Сын предпочитает более полезную пищу. Он, конечно, ест с картофельным пюре. Вот такая вот получается вкусняшка. Рекомендую. Можно приготовить из мороженых грибов. Мороженые грибы точно так же достаете из холодильника, поджариваете лук и прям мороженые грибы наверх. Закрываете крышкой. Они подтаивают. И затем просто жарите. И все. Вот такая получается вкуснятина.